У нас наступило утро, и я хочу просто сказать, что очень вкусные овощи здесь, на этой Мальте. Но овощи это ладно. Неоднократно уже показывали вот этот хлеб. Я не знаю, каким образом он такой вкусный делается и как они его делают, но он просто обалденный вообще. Если смотреть его состав, то получается, что в нем вот вода есть, соль есть, ест какой-то, ест это что такое? Дрожжи. А вот это что такое первое? Мука. То есть просто мука, вода, соль и дрожжи. Обалденный вообще. Насколько он полезный, не знаю я, потому что в России хлеба обычно делают из всяких вот этих вот непонятных добавлений там. Неизвестно из чего, одним словом, несмотря на то, что хлеб даже может быть дороже. Вот этот же хлеб очень вкусный. Вот каждый раз его ем и не могу насытиться им, не знаю почему. Последний раз такой вкусный хлеб, вообще вкусные хлеба ел. Это было в этом, в Риге. Вот. Такие вот дела. Вот такая вот Мальта, точнее это остров Гоза. Интернет у нас есть, но правда он очень плохой. Точнее, сам коннект хороший, но постоянно прерывается. Я уже запарился этого нашего хозяина беспокоить. Потому что, во-первых, беспокою, не беспокою, он все равно ничего не может с этим делать. Вот. А во-вторых, я уже привык к тому, что интернет – это большая сложность. Как говорится, интернет у нас роскошь, а не средство передвижения в солнечную Калифорнию. Так, секундочку, что у нас тут мы видим? Животный мир. Такой вот здесь животный мир пробивается. Вот поют петухи разные. С той стороны море. Если вот так выйти, одна минута будет море. Такая жизнь, что пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Ох.